Мнемонические девианты Набокова могут стать причиной изменения законодательства Петербурга. Фонд борьбы с коррупцией предлагает внести поправки в закон о проведении тендеров. Инициатива возникла после недавней скандальной истории в муниципальном образовании «Волковское». Конкурс там объявили 31 декабря. По закону итоги можно подводить уже через неделю. В результате заявку подал и выиграл единственный участник. Он проведет для жителей лекции и экскурсии на оригинальные темы, например, мнемонические девианты Набокова или филогения и генетика морекультур. Эта инициатива, она как раз и нацелена на то, чтобы не было каких-то специальных поставщиков, которые выигрывают конкурсы по максимальной цене и таким образом наносят, по сути, ущерб бюджету. Если бы конкурс условно проходил в рабочие дни и об этом сразу бы начали говорить еще в момент, когда подавали заявки, мне кажется, многие поставщики, ну, просто им самим было бы интересно принять в этом участие. Для того, чтобы такие ситуации больше не возникали, достаточно исправить в законе всего одно слово – календарные дни заменить на рабочие. Сейчас инициативу рассматривают в комитетах Мариинского дворца. А вот как можно контролировать содержание культурных тендеров, в фонде не знают. Активисты района попытаются попасть на лекции от Волковского, чтобы убедиться в том, что они действительно прошли.